Друзья, всем привет! Сейчас мы находимся в очередной раз в Германии. В квартире у своих партнеров. Мы обычно останавливаемся здесь у них пожить, когда приезжаем. Вот. Наши партнеры переехали часть в Испанию. Соответственно, квартира пустует. Мы ее периодически, когда приезжаем, занимаем. Вот. Данное видео снимаю для того, чтобы показать вам, как живут вообще немцы и на что они вообще обращают внимание. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Итак, это у нас вход в ванную комнату. Вот. У них преимущественно сенсорные выключатели. Ну, не у всех, но в большинстве своем. Ванная комната небольшая. Примерно 3 на 1,5 метра. Так, потолки у нас будут из гипсокартона, освещение точечное, то есть все, в принципе, как бы просто, да? Вот наши реализованные умывальники на 2 человека. Что примечательно у немцев, то, что работа может быть у них выполнена так себе, да, потому что, я так понимаю, дефицит у них хороших специалистов, но материалы будут стоять все у них крутые. То есть, например, вот смотрите, смесители. Смесители стоят у нас Джесси. Их здесь 2. Кто не в курсе, Джесси это очень крутая фирма, выпускает дорогую сантехнику. Умывальник стоит из искусственного камня. Также стоит у нас, видим, со смещением инсталляция с унитазом. Чтобы вы понимали, здесь у нас расстояние порядка 80 сантиметров, даже чуть меньше. Вот, и идет у нас ванная акриловая с экраном зашитым, с подголовником. Сразу присутствует у них здесь окно. На что хочу обратить внимание, что немцы, как я уже говорил, они, пускай работа будет выполнена не очень хорошо, да, но при этом все материалы отделочные будут очень крутые. Ну, вам, к примеру, вот смеситель. Это наш душевая стойка, термостат от фирмы Axor. И на набор ванной отдельный смеситель итальянский от Pofoni. Все эти вещи стоят уже очень долгое время. Расстояние у ванны 1,5 метра. На 75 или 80, точно не помню. Есть у них вот такая вот рольштора, которая зашторит окошко. И опускание ролета с наружной стороны. Очень компактно, удобно. Кстати, у них здесь сразу стоят проточные водонагреватели. Это бошковский справляется со своей задачей супер. Вот такой вот шкаф. И подвесная тумба. На дверях реализованы крючки. И полотенцесушитель у них, ребята, очень большой. Прям громадный полотенцесушитель идет. Стены окрашены. Это у нас гипсокартон. Душевая с переходом на плитку. Да, то есть фальшстеночка с плиткой. Откос еще по старинке сделан с пластиковыми уголочками. Вот точно так же и здесь. Инсталляция у нас плитка. Все остальное у нас будет покраска. Напольная плитка с плинтусом. Напольным из плитки. Также. Вот так сделана работа, уже грязно. Покраска тоже, видим, выполнена некачественно. Также и в углах. Также силикон. Да, квартира старая, но при этом материалы отделочные все дорогущие. Друзья, что хотим показать в этом видео? То, что работы у немцев выполняются очень, скажем так, некорректно, но при этом все отделочные материалы будут очень премиального качества, очень крутые. То есть все эти вещи, которые здесь установлены, они стоят очень больших денег. Любят немцы дорогие и качественные вещи, вот, но жалко только, что работа у них выполнена не ахти. С вами был, как всегда, Андрей Лоскович. До новых встреч!